Здравствуйте, приветствую вас на канале «Мой сад». Меня зовут Евгения, город Омск. И сегодня я хочу побывать в магазине «Хит сезона» на Дианова, 39. Вчера получила каталог от «Садов России» на семена 23-го года. И была просто шокирована ценами на семена. И решила теперь проверить, действительно ли семена выросли в цене. Ну, не может же быть такое, чтобы на самые простые культуры, даже томаты, семечки теперь стали стоить 4-5 рублей за штучку. Пойдемте проверим. Так, ну вот. Хит сезона, вот наши семена. Ну, давайте смотреть. Я хотела бы начать с томатов. Пойдем сейчас к томатам. Ну вот. Такой большой, огромный выбор томатов. Я сейчас буду, конечно, вставлять видео от Садов России, какие там томаты. Ну, вот знаете, я уже так думаю, что на сортах и гибридах томатов построен целый бизнес. Потому что, я думаю, это проще простого. Посадить рядом два растения, переопылить их, и уже получился новый сорт. Раньше создавались томаты, сорта и гибриды, проверенные годами. А сейчас только сделали этот новый сорт, 1-2 года проверили, и, пожалуйста, собираем семена, подписываем красивым названием, делаем красивую картинку и приобретайте, пожалуйста. Но не факт, что именно в вашей области, ну, на вашей земле этот томат хорошо уродится. И еще нужно, конечно, тоже знать, где его выращивать. То ли в теплице, то ли в открытом грунте. На этот счет очень много споров. Каждый доказывает свою точку зрения. Вот. Поэтому я уже пришла к такому мнению, что проще всего прийти осенью на свой ближайший рынок, где продают плоды томатов, помидор, бабушки, дедушки, и приобрести понравившийся себе томат, выпустить из него семена и на следующий год посеять. И я уверена, что вы будете 100% с урожаем. Хоть в теплице вы его высадите, хоть в открытый грунт. Вот. Но это 100% у вас будет супер-супер томат, потому что он выращен на вашей земле, он испробован, испытан. И однозначно любой бабушка и дедушка высаживали его несколько лет на своем участке и уже проверили, поэтому продают его на своем рынке. Ну да ладно, давайте посмотрим цены. Мы пришли за этим. Вот цены. Видите вы или нет? Сейчас сделаем поближе. Вот так. Ну вот. Цена 26 рублей за 20 штук. То есть получается где-то рубль. Ну вот еще гордость Урала. 21 рубль. 20 штук. То есть, ну, рубль стоит семечко томата. Ну, никак, не 4, не 5 рублей. Как это себе позволили Сады России, я не знаю. В такое тяжелое время решили и сейчас поднять цены и как-то на этом заработать. Предлагая при этом сорта томатов обычные, как бы известные. Так, ну, давайте сейчас посмотрим еще, какие фирмы представлены в хит сезона. Это у нас партнер. Вот, пожалуйста, партнерские семена. Но здесь 10 штук, да, действительно будет стоить 4 рубля. Но это, видите, даже больше, чем 4 рубля. 6. Это F1. А конкретно на каждом сорте томата я останавливаться не буду. Потому что, ну, сами видите, сколько их много. Здесь можно целый день провести, изучая и рассматривая картинки. В Садах России мне понравилось, что там ставят теперь какой рост, какой вес и время созревания вроде бы. То есть вот как бы вот эти показатели на каждый томат выставлены эти показатели. Раньше этого не было. Могли не указать ни высоту, ничего. Ну, давайте, вот смотри, Маршал Победа. Это у нас Сибирский сад. И здесь у нас
сколько их? 20 штук, 27 рублей. Ну вот, 20, ну, рубль с небольшим стоит семечка. Ну, это вот мне какие известны. Вот, например, медово-розовый, да? 27 рублей, 20 штук. Вот. Что мне из этого всего нравится? Сибирский сад мне очень нравится. Для, честно скажу, для продажи, для красивой рассады выбираю одни растения, например, суперклуша, потому что они низкорослые, вот такие замечательные, красиво выглядят в рассаде. А, например, кто хочет прям заморочиться, хотя кто идет на рынок, покупает их, не хочет заморачиваться, вот, с которыми нужно чуть-чуть поработать, например, сахарная гирлянда. Цена 31 рубль 20 штучек, 1,5 рубля семечка. Так, ну ладно, вот, с томатами все понятно, да? Метелица, та же метелица, найдем ее и в садах России, и здесь вот 20 рублей, 20 штук, 1 рубль. Ну, мне не нравится твердая, пыталась я сохранить томаты разными способами, то есть там вот есть зазимок, метелица, которые хранятся долго, твердая кожица, до Нового года пишут, но, у меня почему-то даже... И в погреб спускала, оборачивала газетой, но не получается их сохранить, начинают они чернеть. Все-таки у каждого есть свой период созревания и хранения, у каждого томата. И вот здесь еще один стеллаж с томатами. Здесь представлена аэлита, русский огород. Вот 6 штучек, да, есть супер навороченные, супер гигант, 44 рубля. Но средняя цена, я говорю, рубль 2. Вот. Далее. Это что у нас за фирма новая какая-то, которая фасует семена? Любовь Мязина. Вот, уже даже от авторов появились. Вот такое новое что-то. Любовь Мязинина. Вот зайдите на сайт, посмотрите, что это за новшество. Еще, вот уже теперь каждый автор этих сортов будет сам выставлять их на обозрение. Ну, небольшая эта коллекция про томаты. Тут уже дальше пошли перцы. Давайте посмотрим, сколько перцы стоят. Ну, например, подарок Молдовы. Вот. Русский огород предлагает купить 0,3 грамма 20 рублей. Ну, вот самые простые. Ласточка, гавриш 0,3 грамма тоже 20 рублей. Ну вот там 20 штук семян точно есть. Адмирал гибрид гавриш. Цена 25 рублей 0,1 грамм. Здесь поменьше, наверное, ну, 10 штук. Вот 2,5 рубля. Ну вот, ну не 4 и не 5. Так что, пожалуйста, город Томск. Приезжаем в хит сезона. Выбираем семена. Уже пора. У нас уже декабрь наступил. С первым зимним днем вас по календарю. У нас стоят морозы хорошие, утром 24, снега нет, наверное, все вымерзнет, но морозец такой замечательный. Днем сейчас стало хорошо, 19-18 градусов. Вот так, арбузы. Арбузы цены разные, 66 рублей, 3 штучки, вот, бывает как 20 рублей арбузик стоит. Бывает и огонек стоит 1 грамм 16 рублей. То есть разные цены, то есть разная ценовая политика. Можете найти от рубля за семечку и дальше до 20-30 рублей. Так, ну что у нас со свеклой, например? Бордовый шар 21 рубль 3 грамма. Вот так вот. Смуглянка 22 рубля 3 грамма. Вот Пабло, это Голландия у нас, хорошая свеколка, 35 рублей 1 грамм. Ну, таблицу, вот сколько семян находится в 1 грамме, в
вы можете найти в интернете, конечно, потому что это для каждого вида растения, ну, для каждой культуры своя граммовка. Вот так. Вот такие цены. Так, ну что еще? Огурчики, да? Дядя Федор. Дядя Федор стоит 27 рублей 10 штучек. Так, ну самые простые. Сейчас самые дешевые найду. Огурчики покажу вам. Но не могу найти. Простой, изящный, как-то не попадается. Ну, например, зозуля F1. Листок производства 15 рублей 12 штучек. Вот, рубль с небольшим. Изящная, ну вот, изящная, например, гавриш. 0,5 грамм, 20 рублей. Ну, штук 10. По 2 рубля. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сейчас еще. Ну, давайте герман посмотрим, сколько же он стоит. Вот, герман. 5 штучек, 71 рубль. Делим. Сколько мы получаем? 10 рублей, да, уже есть. Еще там 14 рублей стоит одно семечко германа. Когда была цена 5-6 рублей, рассада стоила 30-40 рублей. Сейчас что? Один огурец в рассаде 50-60 рублей, что ли, будет стоить? Сомневаюсь я. Ну, хотя, видите, как все подорожало. А в садах России все подорожало в 2 раза. Я не знаю, откуда люди взяли такие цены на семена. Мне только такое вот закрадывается, что зашли в соседний магазин. Но это мое мнение. Приобрели семена, расфасовали их, раскидали и продали в 2 раза дороже. Потому что это политика перекупов. Если вы выращиваете свои семена, ну или покупаете их огромными большими партиями, то я думаю, у вас есть возможность продать их и подешевле. Так, наша Маша F1, 38 рублей 0,2 грамма. То есть огурцы в основном указана цена за граммы. Но есть и вот так, и поштучно F1 сибирский сад фасует. Цена на 7 штук 28-48 рублей. Поиск зозуля. 12 штучек 32 рубля. То есть зозуля можно вообще найти от рубля до 3 рублей. Смотря в какой фирме фасовщики это было. Апрельский. Апрельский. 10 штучек 19 рублей предлагает кольчуга. Ладно. Так, на семена Алтая у нас, смотрите. Вот. Хит сезона тоже представляет их. Семена Алтая. То есть здесь очень много фирм. Ну, вот что мы возьмем? Хрустящий пучок, например, 61 рубль, 6 штучек. Но я так скажу, что они тут подороже. Даже есть вот такие ребята пикулята, 142 рубля, 5 штук. Угу. Чуть ли не 30 рублей семечко. Вот. Ну, это хорошие семена. Поэтому и цена на них повыше. Так, ну давайте морковь еще посмотрим. Так. Витаминная в гранулах 34 рубля. 300 штук. Поле можно засеять. Лосина Островская. Русский огород. 4 грамма 22 рубля. Ну, то есть, я вам хочу сказать, что цены, ну, не повысились они особо сильно, как это сделали Сады России. 4 грамма 23 рубля шантаны. Ну, вот, пожалуйста. Это обзор у нас на овощи. Овощи. Сейчас пройдемся еще до следующего ряда, дойдем. Ну, здесь еще отдельно есть семена, но я думаю, уже по цветам она уже не войдет в это видео. Так, капуста. Давайте еще капусточку. Я найду свой любимый мегатон и минзанию, покажу вам, сколько она стоит. Так, ну и имская, самая простая. Всегда у нас была и на рынке в продаже. Вот. Лист. Ну и так, самая дешевая 12 штук 23 рубля. Мегатон от листка. Мегатон.
20 штук 70 рублей. Это у нас партнер Престиж. То есть в разных фирмах цена разная на один и тот же сорт, на один и тот же гибрид. Вот. Ну, как смогла, показала вам, сравнила цены. Но я вам желаю всего самого наилучшего. Не огорчаться по этому поводу. Всегда искать, где выгоднее можно приобрести семена, рассаду. Но если что, пишите комментарии, обращайтесь, задавайте вопросы. Чем смогу, я вам помогу. И до встречи на канале Мой Сад.